Ну, а тем временем профильная комиссия городского совета рассмотрела огромное количество поправок к бюджету 2017. Это связано с необходимостью освоить все предусмотренные в казне средства до конца текущего года. Наибольшее количество денег перераспределили в пользу управления капитального строительства. В частности, на здание новой мэрии на улице Косовской. Самые большие суммы – это по департаменту капитального строительства, потому что это самый большой объем. Мы вносим правки, дополнительно выделяем 90 миллионов. Самый крупный – это на Косовского, окончание 74 миллиона. Это, по-моему, окончание работ строительных на, ну, вы знаете, где новая мэрия. В среду состоится последняя сессия горсовета, на которой можно будет что-то изменить в бюджете 2017. Декабрьская предновогодняя сессия уже будет рассматривать вопросы муниципальной казны на следующий год.